Один из кандидатов в мэры Красноярска отказался участвовать в конкурсе. Красноярец Леонид Степанов отозвал заявление, которое подал накануне. Теперь на должность градоначальника претендует 13 человек. Заявки будут принимать до 2 сентября. Сам конкурс по выбору пройдет 8 сентября. Для его проведения уже сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Полуголый красноярец залез на фонтан реки Сибири. Инцидент засняли очевидцы и пошутили, что жители города, видно, сами начали демонтаж объекта. Фонтан на Театральной площади перестали запускать в прошлом году. Его планируют реконструировать. Датчики мониторинга глюкозы временно перестали выдавать детям-диабетикам. Проблемы с поставками возникли не только в Красноярском крае и России, но и в других странах. Об этом говорится на сайте производителя. Возобновить поставки планируется в октябре. Работу котельной ВРЗ потребовали приостановить. С иском в арбитражный суд обратилось Министерство экологии края. Ведомство требует запретить заводу использовать котельную до наступления отопительного сезона. В иске говорится, по схеме теплоснабжения котельную должны были ликвидировать за 2 года и перераспределить нагрузку на ТЭЦ-2. Певец Ваня Дмитриенко выступит в Красноярске 4 сентября на фестивале спорта «Битва берегов». Спортивно-культурная программа пройдет перед центральным стадионом с 17 часов, а в 18:00 сыграют две красноярские команды – Левобережный Красный Яр и Правобережный Енисей СТМ. После этого для красноярцев выступит Ваня Дмитриенко.